Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем учиться играть песню, которая популярна почему-то стала в ТикТоке, хотя я слушала уже год назад. Это песня группы Папин Олимпос, называется «Динозаврики». Именно эта песня поет туда-сюда. Но перед началом этого разбора обязательно посмотри, подписан ли ты на мой канал и поставил ты лайк этому видео. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И для начала вот как она у тебя будет выглядеть. Звезды падают с неба, это всегда так красиво, прямо на землю. Динозаврикам больно, я возвращался со школы. Тогда меня осенило, что будет, если не слушать, что будет, если попробовать. Ведь сложность заключается лишь в том, что ты не можешь дать ответ на тот вопрос, который задаешь. Зачем тебе одно и то же? Каждый день задумайся, зачем же ты живешь? Туда-сюда. Погнали учиться играть. Разбор на укулеле. И перед тем, как мы начнем изучать эту песню, у меня к вам важный вопрос. Как вам мой маникюр? Песня несложная, строится на четырех аккордах. Первый аккорд — аккорд С. Мы зажимаем с вами первую струну на третьем ладу. Далее у нас с вами идет аккорд АМ. Мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. Следующий аккорд — аккорд ЕМ. Зажимаем с вами первую струну на втором ладу. Далее вторая струна на третьем ладу. И третья струна на четвертом ладу. То есть вот такая вот у нас лесенка. И последний аккорд, аккорд БМ. Тут мы ставим барре. Ну, у кого трудности, не знают, как правильно играть барре, то у меня на канале есть целый видос про эту тему, обязательно посмотри. Так вот, зажимаем с вами барре на втором ладу. Можете поставить полное, можете поставить неполное, кому как удобно. И зажимаем с вами безымянным пальчиком четвертую струну на четвертом ладу. Все вместе. С, А, М, ЕМ и БМ. Это были все аккорды. Единственный такой момент. Сама по себе песня в оригинале играется немножко низковато. Поэтому, если кому не катит оригинальная тональность, то вы можете взять каподастр, поставить его там на первый, на второй лад, допустим, и найти именно ту тональность этой песни, при этом сохранив аккорды. И поэтому этот аккорд мы ставим следующим образом. Пеппа, что у тебя там такое? Это же мой интерактивный сборник по укулеле для начинающих и продолжающих, где написана вся нужная тебе информация без лишней воды и в виде картинок. Ну а если навести телефон на QR-код, то откроется видео по данной теме. Вся подробная информация по содержанию и как его приобрести по ссылке в описании. Теперь, что мы как играем? Первый куплетик мы просто играем один удар вниз на один аккорд. Например, давайте со словами и попробуем. Звезды падают с неба, это всегда так красиво, когда прямо на землю. Динозаврикам больно, я возвращался со школы, ты меня осенило. Что будет, если не слушать, что будет, если попробовать? И вот на слово «попробовать» у нас идет там уже плавненький переход. По переходу очень интересный момент, мы там делаем небольшой разгон к припевчику, поэтому переход мы будем играть перебором. Переход перебором, или по-другому арпеджио. Если также есть у кого-то трудности с арпеджио, как его играть правильно, красиво и грациозно, на канале есть целый видос, обязательно посмотри. У нас тут с вами будет следующий переборчик. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3. То есть мы как бы вниз спустились, потом наверх, и потом продублировали 4, 3. Получается. Угу, еще раз. И этот перебор мы будем с вами играть один раз на один аккорд. Отлично, теперь давайте с аккордами. И вот смотрите, мы начинаем играть это арпеджио со слов, что будет, если попробовать.
Сейчас, короче, по-нормальному объясню. Смотрите, мы с вами играем этот куплет, и вот мы закончили, что будет, если не слушать, что будет, если попробовать. И вот на слово попробовать мы уже с вами начинаем играть арпеджио. Да, я прям сейчас покажу еще раз. Смотри. Так, я возвращался со школы, меня осенило, что будет, если не слушать, что будет, если попробовать. Та-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та. Короче, понимаете, да? Давай теперь со словами соединим последние строчки куплета и перейдем сразу на переход. Динозаврик Камбуна, я возвращался со школы, тогда меня осенило, что будет, если не слушать, что будет, если попробовать. Ведь сложность заключается лишь в том, что ты не можешь дать себе ответ на тот вопрос, который задаешь. Зачем тебе одно и то же? Каждый день задумайся, зачем же ты живешь? Можете на слова «живёшь», можете сыграть или один удар вниз, или прям заиграть «та-да-та-да-та-да-та-та». Разбор на укулеле. Далее у нас с вами идет уже припев. Припев вы можете играть различными вариантами боя, которые умеете играть. Или шестерку, например, берете там один раз на один аккорд. Шестерка по-другому — это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Типа туда-сюда, туда-сюда, сюда одно и то же каждый день. Та-та-та-та. Можете шестеркой играть, можете играть пятеркой. Пятерка по-другому — это вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Получается. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда одно и то же каждый день. Для кого и пятерка, и шестерка сложны, можете просто играть вниз, вниз, вверх. Этот вариант боя вам придется играть аж два раза на один аккорд. Короче, выбирайте то, что умеете играть бой, такое играем. Дальше что у нас идет? Идет дальше куплет. Вот второй куплет мы также с вами продолжаем играть арпеджио, который вы учили для перехода. Напоминаю, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3. Угу. Получается со словами. Динозаврики бегали, динозаврики прятались, но кровавый театр пустил кровавый занавес. И за полтора месяца динозавры поплавились. Теперь давай сравнивать, чем вы отличаетесь. И пошел дальше припев. У кого проблемы, вы не можете одновременно петь и играть, то на канале есть целый видос по этой тематике, обязательно посмотри. После второго куплета у нас сразу с вами идет припев. Припев так же, как играли до этого. Тот вариант боя, который вы выбрали, да? Туда-сюда, 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 одно и то же каждый день. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда с тобой. Лобавшиеся тени и так далее. И моменте, который остался нам с вами разобрать, это бридж. Там вот есть 4 строчки, которые повторяются 2 раза подряд. И вот тут вот у вас есть несколько вариантов, как вы можете играть этот бридж. Или 2 раза подряд играйте 2 удара на один аккорд, и это прям 2 раза подряд. Или же за первым разом сыграть 2 удара вниз на один аккорд, а за вторым разом сыграть боем шестеркой. Короче, давайте я вам покажу эти варианты, вы сами выберете, как вам удобно. То есть первый вариант может быть таким. Я динозавр, и я решил не поступать, как все, не умирать. Метеорит упал, похоронил за собой всех, а я забрался прям наверх, я посмотрел это кино. Я динозавр, и я решил не поступать, как все, не умирать. Метеорит упал, похоронил за собой всех, а я забрался прям наверх, я посмотрел это кино. Вот, это первый вариант. Второй вариант. Я динозавр, и я решил не поступать, как все, не умирать. Метеорит упал, похоронил за собой всех, а я забрался прям наверх, я посмотрел это кино. Я динозавр, и я решил не поступать, как все, не умирать. Метеорит упал, похоронил за собой всех, а я забрался прям наверх, я посмотрел это кино.
Короче, вот выбирайте из двух этих вариантов, как вам удобно играть. Ну и дальше мы заканчиваем эту песню, естественно, припевчиком, который мы играем, тем боем, который вы умеете играть. И туда-сюда, а, туда-сюда, а, туда-сюда, одно и то же каждый день. Туда-сюда, а, туда-сюда, а, с тобой ходит только задолбавшийся тень. Туда-сюда. Если тебе понравился этот видос, обязательно ставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. А также не забывай, что ты можешь показать мне свои укулеле старания. Достаточно просто выучить любую песню и мелодию с моих разборов и выложить себе профиль. Ну а самое главное, чтобы я это все увидела, обязательно отметь меня в инстаграмчике Даша Кирпич. Это я. Ну а также в моем инстаграме каждый вторник в 6 часов по МСК проходят прямые эфиры. Я даю тебе полезность, рассказываю какие-то фишки-плюшки и самое прикольное, дарю еще подарки. Поэтому обязательно приходи. Ну а если ты хочешь поддержать все мои труды и старания в финансовом плане, то все очень просто. Ты можешь задонатить мне любую сумму на Донаталерс или подписаться на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но у меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.